Друзья, в общем, я свою машину на таможне оставил. Здесь сейчас мы на такси едем. Как видели, мы там заправлялись, да? Заправлялись, но машину заправили, бензин. В общем, 1 литр бензина в Иране стоит 25 центов. 25 центов переведите на рубли, там, не знаю, на что еще. Я не знаю, ну, за 25 центов стакан воды покупаем мы. В общем, с Зульфы до Табриза ехать 170 километров. А таксист нас взяло, в общем, где-то долларов 15. Вот, 160 километров мы будем ехать за 15 долларов. И бензин стоит 25 центов. Хотел дать эту информацию. Ну, еду дальше. Ассаламу алейкум.